Давид, дорогой мой брат! Давай созывай друзей, сегодня отмечать будем! Да, я мерин покупаю! Погода деньги копил! Там тетя Кулико далась, дядя помог! Немножко отец еще добавил денег. В общем, набралась хорошая сумма. Да, да, дорогой, давай, давай, брат. Что, брат, машину выбираешь? А, да. Хорошая, хорошая. У меня тоже мерин. Да, хорошая машина, я бы тоже себе такую хотел. Так а что ж ты на рынке делаешь? Так я машину выбираю. А ты разбираешься, да, в машине? Водить умею, а так нет. А так, чтобы старую от новой отличить? Так счетчик посмотреть. Чего счетчик? Любой счетчик скрутить можно, нефиг делать. А если набитая? А если вообще утопленница? Знаешь, какие мастера работают? Вот так под марафетя ты не поймешь ничего. А ты как с девушками. Она приходит на первое свидание, вся такая красивая, губки, глазки, грудки. Красавица. Разденешь ее, чик, понимаешь? Давай так, тебе хорошая машина нужна? Или так, чтобы всю жизнь на ремонт работать? Ты, конечно, хорошая машина. Просто, ну, на новую денег не хватит, понимаешь? Новая, но по цене старой. Это как? Ну, пойдем, расскажу. Так, да, я тебя умоляю, эта байда здесь стоит 10 лет, еще 20 лет продаваться. Я же тебе и говорю, я работаю на серьезную контору. Офис продаж от автосалона. И мы торгуем новыми немецкими тачками, не этим старьем. Новыми? Если в течение 3 лет Бундес у себя там машину не продали. Кто? Ну, в Германии. А. Они эту машину сюда переправляют. И продают, внимание, за треть цены. Треть цены. Ты считать умеешь? Ну, треть цены – это чуть-чуть больше, чем ты сегодня хотел за эту колымагу свою отдать. Зато ты получаешь новую тачку, растаможенную, с документами и без проблем. Новый мерин, да? Да хоть мерин, хоть бэхо, хоть фольц. Чего тебе охота? Красиво излагаешь. Какой твой интерес? А я агент, брат. Нашел человека, привел. 3% от сделки мои. Хорошо. Тогда почему они напрямую не торгуют? Почему через агента, а? Да торгуем мы напрямую. Ты что, не слышишь меня, что ли? У нас и офис есть, и автосалон. Все по закону, брат. Просто я, ну, то есть все мы агенты, мы увеличиваем долю продаж. Чем больше продаж, тем больше денег. Это арифметика бизнеса. Когда купить можно? Да хоть сейчас. Хорошо, пошли. Хотя... Да нет, они уже сегодня закрылись. Давай завтра, в 4 часа у меня сделка, а мы с тобой встретимся в 5, подъедем в офис, подпишем бумаги, потом в салон, и у тебя новая тачка. Новый белый мерин. М? А че именно белый, а? Красивый, как лебедь. Логично. По рукам. По рукам. Ты уверена, что он точно не опоздает? Все по плану. Клиент выйдет точно по графику. А если нет, что будем делать? Я хорошо изучила его расписание. Сегодня он не задержится. Он забирает сына с тенниса.
Свет, а мы можем на завтра все это перенести? У меня такой тяжелый день был сегодня. Что? Какая выставка? Вообще ничего не соображаю. Ресторан? Нет, ну я не хочу в ресторан. Ты же знаешь, я их не люблю. В мастерскую? Ну, давай. Давай в мастерскую. А во сколько мы там встретимся? Ну вот и подошла к концу рабочая неделя. Хороших вам выходных, любите друг друга, совершайте безумные поступки. С вами был я, диджей Монти, и елка, которая согревает всех своей любовью. Побеждает холодную терпкую тьму, и лети, чтобы увидеть улыбку твою, которую ты ему даришь. Это будет очень теплый день. Я грею счастье внутри, мы с тобою связаны. Все, время. Нравится? Да. Хорошая машина. Хорошая. Смотри, в крайнем случае могу за полцены продать. Ай, нет. Теперь я уже хочу новый мерин. Будет. Будет. Представляешь, я 2 года копил на машину. 2 года. Про новый мерин даже мечтать не мог. А тут такое, а? Представляешь, я позвоню своим друзьям, и как они обрадуются, когда узнают, что такую хорошую машину так удачно купил. Они удивятся и скажут: молодец, Кия, молодец, а? Скажут, брат, конечно скажут, ты что? Простите, я вас перепутала, вы так на моего мужа похожи. Ничего-ничего, бывает. Извините, так неловко вышло. Да все в порядке. Жаль, конечно, что вы замужем, а я вот холостой. Может, телефонами обменяемся? Сходим куда-нибудь вместе? Знаете, я мужа жду, а он у меня очень ревнивый. И если увидит с незнакомым мужчиной, боюсь, будут проблемы. Всего доброго. Извините еще раз.
дела? Все путем, мы на месте. Клиент прибыл. Встречайте. Принял. Пойдем, дорогой, не спи. В том бизнес-центре у вас офис. Наверное, дорого стоит, а? Это со мной? Ну да, пойдем, брат. У нас же клиентура вон какая, надо соответствовать, сам понимаешь. Быстрее. Александр Иванович, обратите внимание на диаграмму кругооборота потоков. Вот, на директмейле наш бренд бенчмаркетинг. Да, это позволит нам расширить сеть автосалонов и увеличить долю продаж на столичном рынке. Александр Иванович, здравствуйте. Я прошу прощения, я вот клиента привел. Машинка нужна срочно. Белый мерин. Да. Поздновато пришли что-то. Это только мы с Сергеем Анатольевичем задержались, а остальные уже все ушли. Как ушли? Ну как так? Ногами. Топ-топ. Короткий день. Завтра приходи. Ну чего там с нашим бенчмаркетингом? Вы обратили внимание на диаграмму? Что значит завтра? Вчера было завтра, сегодня завтра. Я не понял, завтра тоже будет завтра? Это наш клиент. Ну да, я вас прошу, может вы в виде исключения войдете в наше положение? Интересно. И как же я должен войти в это положение? Ну, я понимаю, я виноват. Вы же знаете мою ситуацию с мамой. Она в больнице, я целый день рядом с ней. Вылетело из головы, что сегодня короткий день. Человеку, получается, я уже второй день я ему голову морочу. А он стоит уже здесь. Он готов платить наличными. Ты готов? Конечно, он готов. Да. Полчаса вашего драгоценного времени. Мы оформим договор. Вы дадите ключи, я его отвезу в салон, и человек получит свой мерс. Белый. Ты же знаешь, что этим занимается бухгалтерия. Марина уже ушла. Вы же директор. Вы можете подписать договор, принять деньги, а Марина завтра задним числом оформит. Деньги? И что я, по-твоему, с ними буду делать? Я что, их домой повезу? Зачем домой? В сейф положите. Ключи от сейфа у Марины. В ящик стола. Вы же директор, здесь все под охраной. Кто сюда, кроме вас, войдет? Я вас очень прошу. Вы же знаете, как для меня важны эти 3% в конце месяца. Лекарства дорожают. Пожалуйста. Вот что ты будешь с ними делать? Ладно, давайте ваш паспорт. Давай. А это ваша жена? Угу. Да? Вы знаете, на актрису похоже. Да, ее часто путают. Присядьте, пожалуйста. Давай. Вы знаете, красивая. Ты тоже ничего. А знаете... Давайте к делу перейдем, а то автосалон закроется. Да, конечно, как скажете. Пожалуйста. Угу. Никит. Привет. Привет. Ты, конечно, в своем репертуаре. Но почему ты постоянно опаздываешь, а? Или ты опять не смогла пройти мимо завораживающих красот? О, новая работа. Твоя? Отца. Просто в голове не укладывается. Ты опоздала на полчаса. Это все потому, что я безалаберная. Ты сам говорил. Потом в том, что приличная женщина немного опаздывает, нет ничего такого. Пусть другие опаздывают, а моя женщина будет уважать и свое, и мое время. Во-первых, кто это твоя? А во-вторых, мы так и будем стоять, мистер Пунктуальность? Кстати. Это тебе. Кстати, спасибо.
подготовили все документы. Да, слушай, да. Конечно. А? У меня теперь тоже ключи есть? Да, блин. Да, слушаю. Да вы что? Да, дайте мне буквально одну минуту. Что случилось? Из больницы звонят, маме совсем плохо. Черт, как не вовремя-то, а? Так, давай, знаешь, как сделаем? Давай иди вон туда, к стойке. Там девушка вон темненькая, видишь? Ага. Подойдешь к ней, скажешь от Александра Ивановича, покажешь документы, она тебе машину отдаст. А я через пару минут подойду. Ну, нужно вопрос решить. Давай, брат, они через пару минут закрываются. Давай, родной. Я сейчас. Да, доктор, я вас слушаю. Да, я... Минут 20 мне нужно, и я... Я все вопросы решу и к вам приеду. Правда, я не знаю, что тебе еще нужно. Я, как преподаватель, помогу тебе пробиться на международные студенческие выставки. Кстати, это хороший шанс для молодого художника. После института мы будем работать здесь, в мастерской у моего отца. Ну, не знаю, хочешь, мы купим свою галерею, купим дом, заведем ребенка. Купим дом, заведем ребенка, будем жить долго и счастливо, и умрем в один день. Никит, ты сам слышишь, что ты говоришь? Ты всю мою жизнь распланировал от и до. Ты не хочешь спросить меня, чего я хочу, нет? Послушай меня, глупенькая. Я люблю тебя. А ты со своей безалаберностью. Да, именно со своей безалаберностью. Ты просто неправильно построишь всю свою жизнь. Ты же ветер, человек эмоций. Ну да, зато ты у нас человек правил. Ну просто мистер по-другому нельзя. Как же вы мне надоели с родителями, со своими советами. Ну это же просто невозможно. Тата, так делать нельзя. Тата, делай так. Нет, тата, делай эдак. Да нет, я тата, люблю это... тебя. И именно поэтому я хочу, чтобы... Поэтому ты все меньше говоришь о любви, в которой нет прагматизма, в которой нет правил и рамок, о любви, от которой крылья вырастают. Понимаешь? Какие крылья? Знаешь, Никит, спасибо тебе большое за заботу, но мне пора идти. Знаешь что, давай прогуляемся. Да нет, как-то желание пропало. А это тебе. Валерий Петрович, там какой-то сумасшедший принес мне вот эти документы, показывает мне какие-то левые ключи. Говорит, что от Александра Ивановича и требует отдать какую-то белую машину. Может, мне полицию вызвать? Не надо, спасибо большое. Разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где вы взяли эти документы? Я вот девушке уже объяснял. Я купил вместе с Мерином. Вот, пожалуйста, ключи. Вот они. А кто вам их продал? Что значит, кто продал? Ваш друг, ваш сотрудник, агент, который сейчас стоит возле машины и разговаривает по телефону. Если вы мне не верите, идите и спросите сами. Пожалуйста. Кто стоит? И возле какой машины? Да на улице, возле машины, вот. Он только что там стоял возле машины и разговаривал по телефону. Где он? Что с вами? Вам плохо? Этого не может быть. Как так? Ну, как все прошло? Нормально, путем. Чего путем? Жека чуть было не лоханулся. Этот фраер на фотке артистку узнал. Но ведь прокатило, Тимох. Сегодня прокатило, а в следующий раз может не прокатить. С кем же я, по-твоему, фоткаться должен? Да он хоть с Маринкой. Так зачем же на мою светить лишний раз? А вот ты бы всю эту байду про бенчмаркетинг мог бы наизусть запомнить, читать по бумажке, как по слогам. Тут действительно лохануться можно. Чё? Ничего! Не напрягайся, воздух испортишь. Тимоха, успокойся. Седой, ну так а чё он предъявляет, а? Жека прав. Слова, я вам скажу, учить надо. Сколько здесь? Сколько хотели снять с клиента, столько и сняли. 20% в казну, 30 мне, остальное поровну. Сидим тихо. А завтра вечером встречаемся в кабаке, потом каждый получит свою долю.
Все ясно. Тогда разбегаемся. Маринка, а тебе куда? В другую сторону, Тимоха. Так это, а может нам по пути? Нет, Тимоха, эта дорожка знает только Жека. Пока. Бывайте, пацаны. Давай. Давай. Скажи, дочка, почему так, а? Одним все, а другим... Ну, во-первых, не так, что прям все. А во-вторых? А во-вторых, всегда кто-то кого-то любит. Например, он любит ее, она любит другого, этот другой любит докторскую колбасу. Не понял, при чем здесь докторская колбаса? Да, в общем, ни при чем. Это жизнь, брат. Никуда ты от этого не денешься. Подбрось тебя. Да ладно, я пешком прогуляюсь. Давай. Давай. Стряп. Когда ты уже купишь нормальные бокалы? Будет время, куплю бокалы. Понятно. Значит, наверное, никогда. Ну что, за нашу с тобой любовь? Свою девочку. Что смотришь? Забыл, как целоваться? Я напомню. Пойдем. Пойдем, я соскучилась. Марин, подожди. Жек, ты чё? Ты чё морозишься? Что-то день какой-то тяжелый был. Что-то я действительно того устал. Жака, что случилось? О чем ты все время думаешь? Да так, ни о чем. Ну, я, наверное, тогда пойду домой. Тебя проводить? Ты же уставший. Сама доберусь. Увидимся завтра в кабаке. Глядишь, отдохнешь к этому моменту. Марин, ты передай Седому, меня завтра не будет, короче. Чего так? Да у меня тут дело одно важное нарисовалось. Не успею, наверное. Во, лепишь. И когда это оно у тебя нарисовалось? Ну-ну. Давай, отдыхай.
девушка, здрасте. Здрасте. Ой, простите, обознался просто. Ничего страшного, бывает. Отпечатки на столе, стульях, замке и дверных ручках тщательно стерты. На остальных предметах отпечатки обнаружены, но они принадлежат многим людям. Поэтому я не знаю, смогу ли я их все идентифицировать. Я понял. Но будем ждать результатов. Сейчас едешь в управление? Да какое управление? Вы что, голову мне морочите, я не понял, а? Значит так, едешь в управление. Ты кто такой? Кто ты? Ты хозяин или не хозяин здесь? Он хозяин? Тогда пускай мне деньги возвращай. Заставь его вернуть мне деньги! Позвольте, какие деньги? Какие деньги? А деньги, которые ты у меня замерен забрал? Я брал? Мы вообще не занимаемся машинами! Товарищ следователь, наша фирма занимается оргтехникой. Я повторяю, только оргтехникой. Вы слышали? Оргтехникой? Тогда зачем ты деньги замерен брал? Я у вас ничего не брал. Это какая-то наглость. Погоди, это твой офис? Да, мой. Точнее, я его арендую. Значит, его человек договор подписал, печать поставил, у меня деньги забрал, ключи мне отдал, а деньги куда-то вот здесь запрятал, в какой-то шкафчик. Это невозможно! Вы уже все смотрели. Давайте посмотрим еще раз. Давайте, открывайте. Ничего не трогайте, сядьте. Хорошо, пожалуйста, сами откройте, посмотрите. Где деньги? Нету! Нету! А, я вам сейчас скажу, где деньги. Его человек мои деньги в шкаф положил, а вот он взял и украл. Товарищ следователь, как хорошо, что вы вернулись. Я просто уже не знаю, как ему это втолковать. Но просто безумный человек какой-то. Так, граждане, давайте успокоимся и возьмем себя в руки. Какие руки? Вы что, издеваетесь надо мной? Какие руки? Объясните! У него, вот у этого, у его помощника была пластиковая карта. Ну, такие ключи. Так, электронные, ты... да погоди ты! Электронные пластиковые ключи у него были. Он предложил, отрыл, спокойно зашел. Ну вот сами подумайте, если бы у тебя своя квартира, ты чужому человеку ключи бы доверил. Подождите. Вы говорили, что у вас электронный пропуск пропал. Нет, не пропал. Мне сегодня на вахте охрана его вернула. А вы не думаете, что его могли украсть? На время. А потом подбросить охранникам. Вы вообще ничего странного не заметили? Нет, ничего такого. Но если его украли, зачем его подбрасывать? На их месте я бы его вообще выбросил. Хотя вчера после работы, возле машины меня остановила какая-то девушка. Обозналась, перепутала меня со своим мужем. Она мне руками глаза закрыла. А какая она была? Ну, какая? Ну, красивая какая. Да вы что, издеваетесь? Какие девушки? Заставьте его вернуть мне мои деньги! Да я не брал твоих денег вообще! Так, я сказал, давайте успокоимся, возьмем себя в руки. Хорошо. Андрюх. Да вы понимаете, что... Да успокойся ты уже, сядь! Старлей, посмотри за ними. Вы не имеете права! Вор! Ну, а ты что думаешь, мысли есть какие-нибудь? Да какие мысли? Схема та же, что и на Боткинской. Подставной офис. Только там они на втором этаже были, а сейчас на 11 забрались. Вот и мне так кажется. Да не кажется, а стопудово. Слушай, у тебя фотороботы с прошлого раза остались? Так куда ж я без них? Давай. Ну-ка, граждане, посмотрите. Кто это? С месяц назад на улице Боткинской одному покупателю тоже сторговали машину. По показаниям свидетелей были составлены фотороботы мошенников. Но посмотрите внимательно, может, узнаете кого-нибудь? Может, этот и этот? Вы понимаете, я... Если бы я его увидел в жизни, то я бы сразу его узнал и сказал бы вам. Ну, а так сложно. Ну, посмотрите вы, может, девушку узнаете? Девушку? Девушку. Девушка может быть, но здесь она какая-то другая. Я что-то не понял. Жека, где? Я же говорила, он просил передать, что сегодня не придет. А он в курсе, что мы не просто выпиваем? Что это наша, так сказать, семейная традиция? А нарушать традиции плохая примета. Жека сказал, что у него срочное дельце нарисовалось. Какое, не спрашивай, мне не докладывал.
Ладно, как говорится, с Жекой по ходу разберемся. Предлагаю выпить. Дело наше рисковое. Пока фортуна нам улыбается, ну, помогай Бог фартовым. Между прочим, это снова я. Только не надо делать вид, что ты меня не узнал. Допустим, узнала, и что? Ну как, что? Давай знакомиться. Мне показалось, мы вчера оба этого хотели. Только вот обстоятельства были выше нас. Вы извините, конечно, но вам это показалось. Не-не-не-не, мне не показалось. Себе-то я уверен. А вот ты не хочешь знакомиться? Нет. Уверен? Дайте мне пройти, пожалуйста. Да там, конечно. Сейчас в сторону отойду, а ты пойдешь дальше со своим этим «нет». Только знаешь, что такое «нет»? Знаешь? Ну? Вот думаешь, сказала «нет», ушла, и ничего не случилось, да? А теперь представь «нет», и мы с тобой больше никогда не увидимся, не встретимся. Могли бы в кино сходить, в ресторан, но нет, этого не будет. Так же, как не будет наших с тобой общих друзей, разговоров, наших отношений. Конечно, у нас не будет семьи. Не будет детей, наших с тобой детей. И не будет внуков, потому что ты говоришь «нет». Они даже не родившись, тут же умирают. Вы сумасшедший, да? Ну, есть немного, а что? А то, что если бы все люди говорили «да», то на Земле случилось бы перенаселение. Так, подожди. При чем здесь люди? Люди-то тут при чем? Здесь только я и ты. Ну, хорошо. То, что касается меня. Вы, конечно, извините, что я не поддерживаю ваших романтических планов, но я тысячу раз говорила «нет», и, слава богу, никто еще не умер. А я умру. Умру. Да просто покончу жизнь самоубийством. Всего вам доброго. И в этом будешь виновата только ты. Послушайте, вы... Так, вы не волнуйтесь, я все видел. Вы не виноваты, могу быть свидетелем. Он сам бросился вам под машину. Да вы что, не в этом же дело? Он же, может быть, вообще уже не живой. В этом. При составлении протокола мое показание будет очень даже полезным. Вы, главное, не волнуйтесь. Сейчас вызовем полицию, и пускай разбираются. Вот спасибо. Полиции нам только сейчас не хватало. Нет, вы только подумайте, и телефон уже достал. Да что ж мы без вас бы делали? Не понял. Я профессиональный каскадер, работаю на киностудии. Попросил мою девушку помочь отрепетировать трюк. Что? Так тут на тебе, он весь из себя, такой красивый, с мобильником наперевес. И сразу полицию. Нет, ты видала, какие у нас отзывчивые граждане бывают? Да ты, да вы, я подумала! Вы сейчас куда-то ехали. Торопились наверняка по важному делу, да? Да, по важному делу торопился. Ну вот и езжайте, вас больше никто не задерживает. Я просто хотел помочь девушке, и все. Спасибо большое, не надо ей помогать. Тем более, надо будет, я сам ей помогу. Мы уже на съемке опаздываем. Всего доброго, езжайте. Да ты придурок! Ты псих ненормальный! Ты вообще, ты соображаешь, что ты наделал? Что, испугалась? Я испугалась?
Да я чуть с ума не сошла, я подумала, что я человека насмерть задавила. Если это твоя шутка, то она очень дурацкая. Да нет никаких шуток, все очень серьезно. Я же тебе пообещал, что я жизнь покончу самоубийством. Пообещал. Кто же виноват, что у меня не получилось? Никаких шуток, да? Никаких шуток? Иди сюда! Иди сюда! Смотри на машину! Все стекло в дребезги! И капот еще! Да, не рассчитал. Он не рассчитал! Ты не рассчитал, да? Ты понимаешь, что ты сделал? Я сюда мотаюсь после лекции, переводы делаю, чтобы подзаработать. Я в Прагу хотела на этюды, а теперь все, все, я все отдам на машину. Понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Каскадер! Я... Это даже не моя машина, я у тетки ее одолжила. Что я теперь скажу, а? Да не переживай ты так, все нормально будет. Да все будет нормально? Все будет нормально, я помогу. Мне ее завтра отдавать, как ты мне поможешь? Ну завтра и отдашь. В таком виде? В таком виде? Мне просто проще сразу повеситься, потому что если я ее так верну, она меня убьет. Не убьет, поехали. А так, куда? Стоп, я с вами никуда не поеду. Ну а как же я твою красавицу воскресить смогу? А вы у нас что, миллионер? Или, может быть, вы у нас волшебник? Или, может быть, вы... Это очередная ваша шутка, да? Да нет, не шутка. И я не волшебник, я в автомастерской работаю. Там есть Егорыч, мой начальник. Вот он действительно волшебник. Поехали. Ну, а вообще-то... Только аккуратненько, да? Ну как, съездил? Куда съездил? А знаешь куда? Куда ты отпрашивался? А, съездил, вот, только вернулся. Ага. А мамзель с собой привез? Ну, можно сказать, что и так. Красивая. Повезло тебе. Ладно, поглядим, что ты там накуролесил. Ну, знакомься. Это Егорыч, это Юрок. Здрасте. Приятно познакомиться. Здравствуйте. А вас, стало быть, как величать? Тата. Как? Вообще-то меня зовут Наташа, но называют Тата. А, уяснил. Ну так что, Егорыч, не томи, говори, возьмешься до завтра? Ну, что ж с вами поделаешь? Завтра так завтра. Нет, меня родители точно убьют. Че у тебя семья такая кровожадная? Тетка убьет, родители убьют. Ну, потому что я не позвонила, у меня телефон разрядился. На улице Толстого. Вообще-то я в парк. Не по пути. Но если заплатишь двойной тариф, так и быть подброшу. Ну, ладно, поехали. Сейчас притихли, голубки. Хотите анекдот расскажу? Нет, спасибо большое. Ути-пути, мы не такие, мы народ дороже. Знаю я вас, баб, все одним миром мазаны. Вот и моя бывшая такая же была. Пока на фирме работал, деньги хорошие зашибал, та готова была ноги мыть и воду пить. А как только сократили меня, так сразу хвост распускать стала. Вся и мало. Нет, ты прикинь, парень, я прихожу после смены домой, а дома никого. Шмотки собрала, все бабки выгребла и к родителям свалила. Мужик, ты вперед смотрел бы. Слушай, а ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Тебя везут, так ты спасибо скажи. Во молодежь пошла. Только в свои 5 копейки вставить. Народ гнилой. Что мужики дебилы конченые, что все бабы как одна шлюхи. Да придержи ты язык, девушка здесь. И чё? Ты думаешь, она не такая? Попомнишь еще мои слова. Все они одинаковые. Хитрые. Только и ждут, кто подороже купит. А вот мы, кстати, и приехали. Остановитесь здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Угу. Эй, ты бабки гони. Сейчас, родной, сейчас. Да где же он? Я, кажется, лопатник, ну, кошелек в машине обронил. 25 тысяч. А я думаю, что у меня из кармана выпало?
Я там у тебя кошель обронил. Ну вот, бесплатная доставка. Что, его обманули? Вы это нарочно, чтобы не платить? Ну это же нехорошо. А почему? Я бы ему заплатил. Ну ты же видела, он сам их. Да ладно, не обеднеет, морда. Вообще-то, по-хорошему, ему бы по сапатке настучать не мешало бы. Короче, ты беги, завтра к 4 подгоню тебе твою тачку. Прямо на работу к стоянке. Спасибо. Меня вообще-то Жекой зовут. Жека. Поняла? А как я вас найду, если что? Да легко. Записывай номер. Стоять на месте, не двигаться. Руки в гору. Уголовный розыск.